Вот, мы только приехали, ребята уже поймали рыбу, значит, настроение уже поднялось, все, значит, есть рыба, короче, будем рыбачить. Ну что, друзья, снова здравствуйте, салам алейкум, всем привет. Сегодня оказался в таком вот интересном месте. У нас сегодня Андрей в гостях. Будем сегодня рыбачить, готовить вкусные ништяки. Ну, пока сейчас расположимся, найдем подходящее место. Здесь припарковались. Там машинка приехала. На той стороне. Пока пойдем посмотрим. Сделаем небольшую разведку. По местам. Посмотрим какое-нибудь более подходящее, удобное место для рыбалки. Вот, и, соответственно, будем останавливаться там. Это у нас Пестовская, та сторона. Как раз закат солнца. Купаться еще рано. Да. Все, друзья, нашли мы хорошее место здесь. Андрей пошел собирать дрова. Хотя их с дровами здесь немножко небольшая проблема. Но все же пошел посмотреть, вдруг что найдем. Вот, а я пока здесь разгружаю вещи из машины. Вот такое вот место. Машину дальше поставили от воды. Вот, а вещи сюда. Здесь вот поставим палатку, если дождь будет. Ну, я думаю, дождя не будет. Потому что небо нормальное. Погода хорошая. Самая большая здесь проблема — это не дрова, а эти птеродактеры, комары, блин, каких-то таких гигантских размеров, просто едят нас. Вот, а место вообще четкое. Вот здесь как раз ребята сидели, отдыхали. Вот, и рыбу поймали. Хорошенькая рыба была у них. Вот. Ну, они уехали, мы как раз сюда присели, припарковались. Вытащить, разложить вещи аккуратно, чтобы потом их не искать в темноте. Вот. Забросить удочки, сделать костер. Потихоньку что-нибудь приготовить, поесть вкусного. Думаю, будет интересно, так что продолжение за нами. Кто ищет, тот всегда находит. Он нашел дрова. Я победун. Главное мясо пожарить. Второе потом ночью. Кто говорил, что дров нету здесь, а? Кто говорил, что... А ты откуда их тащишь? Место? Это... Как? Это... Вначале ж никто ничего не ищет, правильно? Все приезжают и думают, что это... Это, ну, в прошлом году точно не было. Ну, да, горох сейчас не пытается. Это сейчас быстро прям. Дай мне ножом. А, пило? О, едет. И вот у нас первые гости. Волгодон. Металлом, да, опять тащит? Да, походу. В прошлом году тоже застал, пока рыбачил. Металл тащили. Дров привези, а? Подкинь дров, да. Одну удочку хочу сразу забросить. Пускай она будет там в деле. Вот. А потом займемся остальными делами. Андрей все тащит, тащит. Я не знаю, где он дров столько нашел, короче. Ну, видимо, наткнулся на хорошее место, где сухие дрова. Он все тащит и тащит. Да, кукурузка была у меня. Сейчас кукурузку оденем. Сделаем один заброс. И посмотрим, короче.
Так, делаем наш забросик. Один пошел. Будем делать прикормку с клубникой, короче, для леща взяли. Попробуем заодно. Посмотрим, понравится рыбкам наша прикормка. Поплавка? А я тебе сейчас хорошую штучку дам. Сейчас хорошую одну штучку дам. Ну вот этот светильник. Что-то то, что я на кукурузу сделал заброс, пока молчит вообще ни одну. Тишина без единого движения. Удочка стоит. Вот такая вкуснятина получается. Сейчас это заброшу. Так вот, с прикормкой два крючка, с кукурузой попробуем сейчас, что у нас, посмотрим, что получится. Ну чё? Тишина? Как тишина? Птица поёт. Пение птиц. Ну я имел в виду. Рыба молчит пока. Рыба что-то не поёт. Но это ещё начало. Та сторона ещё с прогоном сюда. Ага. Они там буйные. Главное, чтобы эти не корабли не плавали ночью. Чтобы не, рыбу нам не шугали. Что сделаем, костер? О, машина едет еще. Да? Да. Ну откуда мы заехали? На треногу. Как там это? Говядина растает сейчас. Во льду было. На природе вкусно будет. Все. Даже если яичницу сделаешь на природе, на сковородке. Ты даже в поезде даже едешь. Да. Скажи. Да. Я давно хотел выбраться с ночевкой, вот не с кем было, вот Андрей, благодаря ему моя мечта осуществилась двоих. Да, мечта двоих, да. Он тоже никак не мог выбраться, и я никак не мог. Вот мы решили, короче, два в одном. Ну, исправить, исполнить, да, то, чего никак не могли сделать в одиночку. В общем, план такой. Удочки забросили. Сейчас делаем костер. Ставим туда кастрюлю. Начинаем готовить. Потому что есть надо. И заодно уже сейчас пора ужинать. Поэтому надо уже готовить потихоньку. Вот это вот хороший пенек. Какой именно? Вот этот, который ты вначале принес. Он прям плотный такой, долго горит. Будем готовить сейчас мяско. Я расскажу вам рецепт приготовления. Помнишь, песня была такая? Да. Ну все, первая партия мяска пошло в дело. Я забываю постоянно фонарь выключать. Наверное, в камере все слепит, короче. Сейчас еще минуту и запах, думаю, пойдет мясо. И рыба начнет клевать, короче. Дай мясо. Мясо, да. Да, мясо хочу. Тихонько-тихонько все жарится. И естся сразу же. Да, и вот пол батона, говорю, пол лепешки, вот уже нету. Не знаю, я не трогал. Пока что. Рыба приходила. Говорила, дай немножко.
Да. У нас столько продуктов, когда смотри, как будто мы, знаешь, на неделю приехали. Все. Турку нашел. Ты с сахаром? Некогда как, но сегодня с сахаром. Давай. Рыбу хоть не поймаем, но зато хоть провоняемся. Да, провоняемся. Ну, отдых в любом случае будет у нас. А потом пойдем продавать. Шашлык. У дороги будем шашлык продавать. Да, если эта земля мягкая, можно этот выкопать яму, потом угли закинуть туда. На этом. Курицу целиком, короче. На подвесе в яме, короче, как в этом тандыре. Что ж, приятного аппетита. Нам приятно. А вам приятного просмотра. Мы будем есть мясо и пить кофе за ваше здоровье. Вот пожаливать. Ну что, друзья, после плотного сытного ужина, после мяса, сейчас вот здесь на подпение птиц, кофе. Да. После чего? Запоздавшего ужина. Запоздавший. 12 часов. Ну, смотря кто как есть, да. Я, например, всегда так кушаю. Кофе, думаю, сейчас вообще под пение птиц зайдет хорошо. Я себе чай, Андрею кофе. Постоянно забываю, когда снимаю ночью, выключать, когда разговариваю в камеру. А потом смотришь, все, короче, белое. Экран, да. Я пока кофе не буду. Я буду сегодня чаи гонять в моем фирменном чайнике. Подписчик мне один подарил. Заказал, отправил. Антоха, спасибо. Очень удобная вещь. И столик тоже вот этот. Я его даже не знаю, не видел. Поэтому очень интересно. Он тебе написал, что тебе идет? Да, по почте, да, он мне написал по почте этот. Ну, в комментариях, короче, чтобы я ему почту скинул, а там уже, короче, мы уже пообщались с ними номерами. Адрес, индекс, короче, на почту отправил, Почту России. Вот такой вот аккуратный. Ну, тут, короче, на литр воды рассчитан. Ну, такой специальный походный. А две чашки? Две, три, да, хватает. Мини-печка, даже кирпич. Я тут говорил, что дров нету. Андрей пошел и дрова нашел, и кирпич нашел. Если поискать, блин, дом можно построить. Смотри, цельный такой. Два. Кирпич нормальный, блин, целый. Так что, друзья, никогда не ленитесь. Ищите то, что надо. Вы обязательно найдете это. Главное желание, а не лентяйничать. Особенно в лесу. Без дров тут и замерзнуть можно, и без еды можно остаться. У нас вон запас целый на неделю. Че, дядя Андрей, где наша рыба? Там. В двух водохранилищах, скажи. И в канале, который связывает их. Но никак не у нас, да. Рыба звонила, сказала, будет после 4. Утром? Да. Это радует. Можно потерпеть до 4. Видимо, кукурузу не хотят. Мясо давай. Острых крылышек. Сейчас мы червячков отправим. Крючки, между прочим, вот смотри, голые. Голые? Вообще. Крючки голые. Кукуруза, она же сама по себе мягкая. Сбили, блин? Да, содрали. Попробуем на червячка. Пока без единой поклевки сидим. Надеемся, что поймаем что-нибудь сегодня. Потому что место, ну если здесь не поймаем рыбу, хотя бы одну, то это будет уже очень обидно. Потому что здесь очень много рыбы разной. Так, а теперь проверим нашу вторую удочку.
тоже у нас. Кукуруза. Они походу там зона, они говорят. Ну, пока тишина, не знаю. Ну, такие зиморковцы там. Это, короче, у нее... Оторвал? Оторвал. Все, уже первая потеря. Сорвали, короче, одну кормушку. Прям дошел до берега, довел. Тут где-то за что-то зацепился. Ну, камня много. Прям видно было в воде. Короче, остался пока что один. Андрей пошел покемарить немного. Потому что все равно клёва нет. Вообще поклевки нету никакой, ни маленькой, ни слабой. Поэтому пойдет пару часов поспит. Я пока на дежурстве. Вот пью чай с эклерами. Такими вкусными, шоколадными. Дров полно, достаточно. Там еще запас есть. Большие распилили, поставили сюда. Сейчас одну маленькую еще поставим. И как раз до утра будет костер. Хороший костер будет до утра. А так, обстановка бомбовая. Вот я хотел приехать с ночевкой. Что-то колокольчик дернул. Что-то как-то странно тянет, не знаю. Короче, думаю снимать, потому что в любом случае прошло уже больше 15-20 минут. И кормушку заполним заново. Не, все целое. Даже прикормка осталась. Время 1:30. Думаю, часов после 3 начнется уже более-менее интерес. У костра пить горячий чай, особенно в такое ночное время, такое не каждый день можно, поэтому когда можно, нужно пользоваться. А чай просто бомба. У меня даже кусок эклера остался. Опять забыл выключить фонарь. Мне надо какой-то датчик сделать, чтобы я видел, что фонарик включен. А то все время забываю, короче, выключать его. Тут у нас такая тренога. Утром будем готовить. Будем вешать на него кастрюлю. Можно даже сейчас чайник поставить, повесить на него, на цепочку. Только вот цепочку, на которую вешать чайник. Кажется, я его в машине в багажнике забыл. Пойду дойду до машины. Заберу эту штучку. Что тут у нас? Абсолютная тишина. Место отличное. Только ничего не клюет пока что.
Я куда? Я помню, что в багажник ложили. Сейчас ее заберу. Видимо, с собой, с вещами сюда забрали, где-то в пакетах, наверное, лежит. Что-то в машине нету. Сейчас будем искать здесь. А вот же она. С лопатой, блядь, кажется. Теперь берем и вешаем сюда. Ну, прям над костром, получается, можно регулировать. Так, вот такая вот самодельная тренога. И все. Не нужно куда-то на костер кирпичи ставить. Не знаю, что я сразу ее не открыл. Просто и удобно. Немного проголодался я, друзья. Крылышки меня спасают от голода. Андрей спит пока. Я вот пока поддерживаю костер. Проверяю удочки. Ну, пока что там тишина. Нечего пока проверять. Даже наживку не съедает рыба, пока спит. Пока проверял удочку, кошка пришла, мяукала в кустах. Мясо кинул, успокоилась. Видимо, очень голодная кошка. Я кусок шашлыка бросил, аж набросилась, он там грызет в кустах сидит. Как раз чайник вскипит скоро. Тут у меня угри убегают. Я здесь пытаюсь костер разжечь, усилить. А тут у меня хорошие угли улетают в эту сторону за мангал. Вот. Сейчас будет ништяк. Пусть будет, пускай горит. Вот, вот такой вот толщины, даже не чувствует. С легкостью, короче. Эту будем сушить. Можно пить нормальный горячий чай. А к этому времени и поклевка, думаю, начнется. Все, друзья, начинается потихоньку рассвет. И скоро начнется поклевка. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы она началась. Вот это дрова. Накидал я еще. Думаю, фонарики уже скоро не нужны будут, потому что уже расцветает потихоньку. В этот раз повезло. Отцепилось нормально все.
проверим сейчас вот эту вторую удочку. Какая-то поклевка. Ага. О, а вот и соседи на том берегу проснулись. Поэтому думаю, лучше чай свой допить, пока он горячий. Доброе утро. Здорово. Андрей Николаевич. Что, как спалось? Здорово. Не холодно? Ты укутался как-то спереди, как примостился. Рыбачим с пятерочкой, да? Да. Выручает. А, не, оно вот здесь вот. Выручает. Пятерочка выручает даже на рыбалке. То ножиком, то курткой. Я вот что могу сказать. Вообще ни ахты, ничего. Ни одной поклевки. Только сидел, чай гонял. Ой, а так, на второй раз на том же месте, короче, сейчас застрял у меня. Опять застрял? Кормушка, да, я вот боюсь уже тянуть. Ну, посмотрим, короче, сейчас, либо я его оставлю там в воде опять, либо я не знаю. Поборолся, друзья, я. Но с трудом, но достал. Все цело, не повредил, все на месте. И даже червь на крючках. Еще один заброс. Вот этот вот хороший получился заброс. То, что ночью было, это репетиция. Так что, ребята, мы сейчас начинаем настоящую рыбалку. Сама за яйца поймаю. В общем, сейчас решили попить чаю и приступать к нормальной рыбалке. Все, полноценный рассвет. Утро наступило. Че, Андрей, как думаешь, поймаем сегодня что-нибудь? Иди сюда. Кошку. Кошку я уже поймал ночью, это не считается. Надо что-нибудь плавающее поймать. Сейчас какую-нибудь яхту поймаем на поплаву. Там русская где-то только же прыгала. Плавающая? Да. Плавающая в воде что-нибудь. Из воды надо достать. Надо было этот. Купить надо этот магнитик, вот этот, который на канат привязывает. И со дна вот это тащит. Да. Да. У меня такой дома где-то есть. Большой? С крюком, блядь. Ну такой, блядь. На подвес. Удобная штука. Там можно подстроить, настроить куда надо. Короче, у нас обновление, вон теперь у нас какая длинная удочка. 6.30. 6.30? Да. Теперь можно забрасывать подальше. Ну, теперь могу сказать, что у тебя больше шансов поймать рыбу, чем у меня. Не, у меня получается на грани отсвечивает, понял, да, старый? Да. Чайник вскипел. Такая же тишина, что там. Утро наступило, рыба начинает уже прыгать на воде. Но поклевов пока ноль.
Ну, сейчас посмотрим, что дальше будет. А то что-то совсем получается интересно, потому что ни одной поклевки за столько времени. Это прям очень странно. Кончик сожрали. Дергает, да? Да. Кончик прям червячка сожрали хорошо. Это уже радует. Ни одной поклевки это вообще не дело. За час. Да, ну считай, если учитывать всю ночь, тоже я сидел, вообще тишина была мертвая. Смотри, уже и сухая, да, она. Это да. И та сторона, я вот мне вот эту ночью дверь распилил еще. А еще две? Да. Там, считай, сейчас угля. Все. Вот так вот, а то дров нету, дров. Да, не говори. Столько дров, блин. Что можно сегодня остаться? Пойдем на дамбу рыбачить. Потому что здесь нам не повезло. Это вообще. Короче, у нас вариант такой. Тут недалеко от нас дамба. Маршрут перестроен. О, маршрут мне навигатор строит. Интересно, куда? Вот, в общем, решили сюда. Здесь должна быть хорошая глубина. Попробуем здесь на поплавок. Вот такими методами, короче, туда забираемся. Сейчас я по-хорошему тут проходу где, блядь. В общем, вот такой вот пирс. Вон, птички даже здесь ходят, бегают. Слушай, ну здесь глубина, да, я думаю, хорошая. Да, надо измерить глубину, сейчас посмотреть. Дальше уже рыбачить. Вон оттуда дым идет из нашего лагеря. А? Сколько метров? Сколько поставил? Метров 60-70. Блядь, не помню, кручу-кручу, ну. Дым из нашего лагеря. Это что-то походу соседи любители поспать, да? А? Кто-то есть? Один. Да. Первая плотвичка. Первый лов. Да. Надо было ночью ночевать здесь, наверное, закидушки закидать дом. Вот, друзья, первая рыбка. Фух, теперь можно, да, вздохнуть? Да, начало есть. Вот, начало есть и хотя бы одна. Зато хотя бы увидели рыбку. Не обидно будет, если даже увидим. Че, Андрей, поздравляю. Первая рыба за сколько лет? Дочке 12. Лет, наверное, за 13-14. Долго не ходили, но хоть такое. Надо проверить удочки. И дров накидать еще на костер. А то я смотрю, костер уже
потухает. А, нет, нормально. Разгорается все. Сейчас мы проверим наши удочки. Все на местах. Даже не клюнуло. А, нет, кукурузы нет одной. Здесь такая же картина. Тоже вон опарыш, все на месте. Единственное, кормушку сейчас заполню. И заново пойдет заброс обратно же в воду. Что я могу сказать? Я вообще ничего не хочу говорить. Единственная поклевка на донку. Первая. И то без грузила вернулась. Опять застряла, короче. О, солнце поднимает. Короче, вызывал сейчас Андрей по рации. Говорит, скорая помощь нужна. Проглотила, говорит, крючок рыба. Вот. Сейчас пойдем, короче, это вытаскивать крючок. Все, солнце поднимается, сейчас будет тепло. И комары опять объявятся. Помощь, короче, тут. Реанимационные Чип сейчас. И Дейл спешат на помощь. Да, да, да. Неплохую плотву поймал. А? Неплохую рыбку поймал. А вот это просто спусти, это ведро, я сейчас перепрыгну туда. Так, ну что тут? А я думаю, что рация молчит? Никто ничего не говорит. Вот, оказывается, ребята здесь чем занимаются. Вот так вот. Вот так вот покажем. Проглотила крючок вместе с опарышем. Ну что, ощущение как теперь? Огонь. Огонь? Сейчас еще 3 штуки как минимум надо таких. Ночью не было поклевки, утром не было. Уже начинали жаловаться мы. Друзья, вот что называется азарт. Азарт. Одновременно с двумя удочками сел. Птица гнездо строит, видишь? Да, кто-то сидит здесь. Скажи, клевала же, блин. Короче, время 7 часов, началось движение на воде, и вправо, и влево, вот еще один титаник. А? Я говорю, время 7 часов, движение на воде началось, одни титаники плывут. Вот такая вот, друзья, красота. Аж в объектив еле умещается.
Главное, чтобы рыбу не спугнули. Одна вот такая вот прям неплохая, пока меня не было. Андрей вот такую поймал крупную рыбку. Упс. Там акула не зацепилась на мою удочку. Нет, сказала подожди. Короче, решили манкой угостить рыбу, потому что на червя, на опарыша, на кукурузу вообще ни о чем. Короче, не хочет все это. Теперь попробуем на манку. Не особо так все хорошо, потому что рассчитывал, ну, я по крайней мере планировал, что нормально поклевка будет с утра. На ночь я не особо рассчитывал, а вот думал, вот с утра прям будет хорошо. Ну вот, как видите, пока не совсем все четко. Вот. Сейчас мы их победил. А? Сейчас мы их победил. Угу. Не, я думаю, сейчас мы исправим эту ситуацию. Либо манной кашей, либо просто она сама по себе исправится. В общем, короче, покидаю я этот пирс. Что-то объектив чем-то измазался. Сейчас почистим. Думаю, что ты поймаешь, как я уйду. Желательно что-нибудь покрупное. Костер, наверное, уже потух. Заодно удочку, а может на эту удочку что-нибудь уже зацепилось, пока мы там сидим. Перешел снова на червя, потому что опарыш уже последний час никакого действия не дает, никакого эффекта. Кукуруза тоже. Сейчас вот достал червя. И, короче, вторую удочку с червем закинул. А здесь пока что стоит опарыш, вот тоже тишина, вот давно не дергалась, ничего, короче. Как забросил, так и стоит. Настало время приготовить что-нибудь поесть. А то уже время почти 8 часов. Поклевок тоже нет особо. Поэтому думаю, пора, самое время приготовить. Получится очень вкусное блюдо. Я уже один раз приготовил. Поэтому уверенно говорю, что это так. Вот сейчас и грибов. Ну, пленку сниму, кожу с них. Чтобы мякоть оставалась. О, комары проснулись, короче, это вообще кошмар. Если вот без движения сидеть, просто даже через кофту могут сожрать тебя. Хороший столик. Прям можно овощи мыть. У меня тут, короче, говядина. Куски разделаю. Вот это вот мы отрежем. Мне нужно. Ну а рыба что-то молчит. Андрей еще одну поймал. Чуть побольше, чем та, которую до этого поймали. Делаем тут хороший костер.
попробуем вот так. Вот, вот так вот хорошо. Муравей уже нападает. Сейчас мы их тоже по-крупному порежем. Друзья, слышу такой вот интересный звук, которым мясо тут уже жарится. Вообще бомбически. Надо теперь посолить. И обязательно перемешать. В общем, все четко, все как должно быть. Утки приплыли. В общем, короче, у нас вот такая вот тема получается, очень вкусная тема. Сейчас осталось перцы, это вот зеленый острый чили, красный надо почистить, порезать, и все это дело пойдет туда вот в кастрюлю. Пока будет мясо как раз тушиться там, прожарится, и все это дело закидаем. Картошка тоже прожарится, и в конце овощи, зелень. И будет бомба, друзья. Поставьте мне лайк за это. А остальное дело, короче, вот так прям надо со столиком сюда идти. И все отсюда прям добавлять. По-другому столько овощей, столько всего неудобно будет кидать. А вот так вот взял, все вот, захотел, закинул картофель. Прожарился картофель, добавил лука. Все, оставляем недолго, чтобы потушить. Короче, Андрей вернулся, друзья, с рыбой. Только вот последнюю, которую он поймал, вот она вот такая интересная, с таким кривым хвостом. Не знаю, что это она, что с ней случилось вообще. В детстве баловалась. Походу, да. Многое видала эта рыбка. Ну, улов есть. Главное, поймали рыбу. Вот, я одну штучку для галочки поймал. Остальное все у нас лидирует Андрей сегодня. По рыбалке, по улову. Все, друзья, все, что было на столе, ушло вот в эту кастрюлю. И то, что там внутри сейчас происходит, это просто... Не могу даже сказать, как... Не могу описать, вот что там творится. Там просто красота. Осталось чуть-чуть прям подождать. Желудок уже начинает стучать ногами. Все, можно есть целый казан вкусной еды. О, вообще бомба, короче, получилось. Зеленый перец попадется, аккуратно смотри. Не знаю, в тот раз нормально. Не, хватит. В общем, друзья, вот так вот получилось у меня такой вот обед сегодня приготовить. На пробу еще не знаю, сейчас попробую, скажу. Андрей ест, вроде не знаю. А,
хороший. Горячий. Нас даже этот вертушки охраняет, вот если что. Короче, есть можно. Получилось не совсем прям так плохо. А так, по итогам, отдых удался. Рыбалка удалась. Немного, но поймали чуть-чуть. Вот. Сейчас как раз пообедаем. И уже потихоньку соберемся, поедем по домам. Нам еще ехать час. Так что, друзья, давайте до встречи, до скорых. Не болейте. Хотя сейчас солнце. Ну, в любом случае, берегите себя. Давайте всем пока, всем салам алейкум. На этом мы сегодня завершаем. Счастливо. Все, всем спасибо за просмотр. И не забывайте ставить лайки.